Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на 14-м километре автодороги Бавлы-Октябрьский. В районе деревни Уба произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля «Лада Веста» и «ВАЗ-2107». По предварительной информации сотрудников ГИБДД и участников дорожно-транспортного происшествия, «Лада Веста» двигалась по главной дороге, «ВАЗ-2107» выезжал со второстепенной дороги и совершил столкновение. По информации Бавлинского отделения ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 проигнорировал знак «Уступите дорогу» и спровоцировал аварию. Я ехал со стороны Октябрьска в сторону Бавлы на автомобиле «Лада Веста» со скоростью где-то около 50 км в час. И на разъемке около возле Убы со второстепенной дороги резко выехал ВАЗ-2107, не уступив мне, и произошло столкновение. Данный перекресток является аварийно опасным, поэтому сотрудникам госавтоинспекции рекомендовано взять под бдительный контроль движение на этом участке дороги. Айгуль Хусаинова, БРТ.